И так в момент обращения меняется наше сердце. Меняет нас Бог своей благодатью. И у нас теперь есть возможность получать силу Духа Святого, силу живого Христа. Однако возможно и часто случается, что после покаяния, даже после покаяния, даже после обращения, сердце наше все равно мечется. Почему? Наверное, потому что мы так и не поняли, что такое посвящение. Мы так и не поняли, что такое господство Иисуса Христа, что предполагает это господство. Кстати говоря, это часто относится к людям, которые обратились ко Христу в детстве. Они более или менее понимают, кто такой Христос. Они вроде бы все знают. Но приходит момент, когда они должны принять следующее решение. Подчинят они Ему свою жизнь или нет? В Священном Писании, в книге Притчи, 23 глава, 26 стих, мы читаем: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». То есть Бог говорит нам о том, что да, сердце твое обратилось, у тебя новое сердце, но в каком-то смысле оно все равно остается в твоих руках. Так вот, я хочу, чтобы ты отдал, посвятил это сердце мне, чтобы ты позволил мне направлять твое сердце, направлять всю твою жизнь. Вот это и есть посвящение, когда мы передаем наше преображенное сердце Богу без всяких условий, просто говорим Ему: «Ты мой Господь, я хочу, чтобы ты полностью управлял моей жизнью, всеми ее составляющими, всеми ее гранями, всеми ее аспектами». Потому что Он Творец, Он управляющий, Он гендиректор, Он главнокомандующий. Как хотите, можете по-разному это называть. И я говорю: «Да, Господи, я хочу представить Тебе свою жизнь целиком, безраздельно». Вот это и есть посвящение. Именно это слово мы и будем использовать. Посвящение происходит, когда мы принимаем и отвечаем на владычество Иисуса Христа. Люди знают Его как Спасителя, но иногда говорят о том, что Он не просто Спаситель, а еще и Господь. Вот и то, и другое. Я понимаю, что порой наше понимание бывает слишком ограниченным. Некоторые люди просто знают, что «мне нужен Спаситель, Иисус за меня умер, Иисус воскрес, я принимаю Иисуса Христа как Спасителя», и все. Но потом проходят годы, и человек начинает все лучше и больше понимать Его. Он понимает, что Христос не только Спаситель, но еще и Господь нашей жизни. Вот это и есть возрастание в посвященности. В послании к Колоссянам, 1 глава, 18 стих, мы читаем: «Дабы иметь Ему во всем первенство». Наша задача — целиком подчинить свою жизнь Иисусу Христу. Вот это и есть посвященность. Это не один шаг, это целый процесс. В ходе этого процесса мы превращаемся из эгоиста в человека, в центре жизни которого стоит Христос. Это процесс. Я постепенно отдаю свою жизнь, все уголки своей жизни, все грани своей жизни в руки Христа. И Дух Святой постоянно открывает мне, что еще я не отдал Христу, что я еще не предал Ему. Он говорит: «Ну а вот как насчет этого?» Я говорю: «Да, я хочу и это отдать Тебе. Я хочу и эту часть своей жизни осветить, отдать ее в Твои руки». Это движение воли, это действие воли, это передача себя, посвящение себя Христу. Он хочет, чтобы мы это делали. Он направляет нас в этом направлении. И в Библии о посвященности есть немало стихов, но, пожалуй, один из самых четких, самых ясных — послание к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. Я вас призываю вот к чему. Запишите этот стих для себя, запишите на карточке, запишите на доске, где угодно, как угодно, но чтобы выучить. На протяжении первых 11 глав послания к Римлянам, особенно на протяжении первых 5 глав, апостол Павел говорил об обращении, что значит обратиться, что значит жить по-христиански, каков план Божий для Израиля. Все это он говорил, обо всем этом рассказывал. И вот он приходит к 12 главе, и потом говорит: «Итак, умоляю вас, я умоляю, я молю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего».
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Давайте поговорим о том, что значит представить себя Богу. Давайте прокомментируем этот стих. Так, есть момент, когда вы посвятили себя Богу. Это может быть в христианском лагере, это может быть на церковном богослужении. Вы уже верующий человек, но вы обретаете новое понимание Иисуса Христа. Может быть, с кафедры был призыв, может быть, был призыв какого-то из христианских учителей обновить свою жизнь, посвятить ее Христу. И это здорово, это первый важный шаг. Но дальше, как все это работает? Какие следующие шаги? Давайте разберемся. Во-первых, это решение нашей воли, это движение воли. Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья». Павел не говорит «заповедую». Он говорит: «Умоляю, я прошу вас, я молю вас». Когда вы человека умоляете, когда вы человека просите, вы обращаетесь к его сердцу, не так ли? «Я молю вас». Именно так сформулировано и здесь. «Умоляю вас милосердием Божьим». То есть на основании всего того, что Бог сделал для нас. «Я умоляю вас». Это меньшее, что вы, наверное, можете сделать в ответ на великую Его милость. Посвятить Ему свою жизнь. Я, в принципе, мог бы оставить все за собой, право принимать решения, право делать выбор. Но я понимаю, что Бог распорядится с моей жизнью гораздо лучше, чем я. Он искупил меня, Он заплатил большую цену, великую цену за меня. Так вот, умоляю представить тела ваши. Тела ваши, то есть всю вашу сущность, все, что у вас есть. Представить все это Ему. Опять-таки, чтобы представить, нужно волевое решение. То есть вы говорите: «Бог в моей жизни будет на первом месте». Представить тела ваши, значит, всю свою сущность. Не только тела, но и дары, таланты, все, что у нас есть. То есть все, что я есть, и все, что у меня есть, все это предается Богу. Я все это переписал, я все это учел, и все это отдаю Богу, как есть. Это жертвенное действие. В жертву живую. Да, за это приходится платить, приходится отказываться от собственных желаний, от собственных планов. Приходится платить, это жертва. Отвергать собственные замыслы, собственные планы, собственные мечты. Понимая, что у Бога есть другие замыслы, которые гораздо лучше ваших, которых вы не можете себе даже представить. А дальше мы читаем, что это благоугодно Богу. Почему это Богу благоугодно? Бог может сказать: «Ах, хорошо, я тебя заполучил, буду тобой распоряжаться, как хочу». Нет, не поэтому. Богу это благоугодно, потому что, когда вы без всяких условий посвящаете Ему свою жизнь, тогда ваше сердце освобождается. Тогда у Бога, Духа Святого, есть возможность еще более свободно работать в вашей жизни, действовать через вас, чтобы дать вам по-настоящему славную жизнь, которую Он для вас приготовил. И тогда мы можем познавать, что такое воля Божия, благая, угодная и совершенная. Если вы в это верите, что воля Божия не только для меня благая, но и для Бога, прежде всего, благая. У Бога хороший, благой план для вашей жизни. Угодная, угоден этот план и Богу, и вам. Совершенен этот план, этот замысел для Бога и для вас. Вы говорите: «Я не могу сам лучше устроить свою жизнь, чем уже это сделал Бог. Да, я совершал ошибки, да, я падал, но в конечном счете я посвятил свою жизнь Богу. Я несколько раз это делал, кстати, несколько раз выходил вперед. Это процесс. Я понял, что Бог меня спас, и я сказал Господу: «Да, Ты меня спас, Ты искупил меня кровью Сына Твоего Иисуса Христа». И, Господи, в 19-летнем возрасте я посвятил Тебе свою жизнь. А теперь говорю: «Господи, я отправлюсь туда, куда Ты меня пошлешь. Я буду делать то, что Ты от меня хочешь.
возьми мою жизнь в свои руки. Это не столько момент, сколько процесс. Покаяние — это момент, а вот дальше посвящение — это процесс. Вы приходите к Богу снова и снова и говорите Ему: «Господи, я Твой». Я говорю об этом совершенно серьезно. Я выходил вперед, а потом снова падал и снова вставал. Господь все это устраивал. Я уже со Христом хожу 53 года своей жизни. Я понимаю, что это такое — принести свою жизнь в жертву Христу. Божья воля действительно благая, действительно угодная и действительно совершенная. Что бы я изменил, так это мой характер. Но мой характер меняет Бог своей благодатью. Об этом мы еще будем говорить. Вот два ключевые компонента, две ключевые составляющие измененного сердца. И прежде всего, миру нужен Христос. Миру нужно новое сердце. Как это происходит? Через обращение, покаяние, мы об этом уже говорили. И, во-вторых, если вы уже обратились ко Христу, если вы знаете, что обратились, у вас есть такая уверенность, но все-таки в жизни чего-то не хватает, и вам кажется, что не совсем все правильно, нет этой радости, нет этого мира, нет этой удовлетворенности, нет этого спокойного сердца, о котором мы говорили, тогда задумайтесь о следующем шаге. Действительно ли я посвятил свою жизнь Иисусу Христу? Действительно ли я отдал свою жизнь Ему безусловно, без всяких условий, понимая, признавая, что Он Господь? Вот это мне было сделать очень сложно, но потом я понял, я осознал, что Он Господин моей жизни. И я сказал: «Господи, без всяких условий я Твой. Я Твое дитя, я хочу служить Тебе, будь моим Богом». Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Хочу предложить вам несколько вопросов. Что означает фраза «попросить Иисуса войти в ваше сердце»? Что она значит для вас? Задайте себе еще один вопрос. Действительно ли Иисус вошел в мое сердце? И понимаю ли я, что это значит? Дальше. Что меняется, что изменилось во мне с тех пор, как Иисус вошел в мое сердце? Какие значимые перемены произошли во мне с этого момента? Действительно ли я понимаю, что такое любовь Бога, и как она излилась в мое сердце? И ощущаю ли я эту любовь? Есть ли во мне свидетельство Святого Духа Божьего? Духа, который живет во мне и говорит: «Да, я принадлежу Богу». Третье. Есть ли у меня абсолютная уверенность, что Иисус действительно в моем сердце? Иногда люди мне говорят: «Да я надеюсь». Пожалуй, да, но я не уверен. Так вот, Бог хочет, чтобы вы сказали без «надеюсь» и без «пожалуй», с полной уверенностью. Мой вопрос. Есть ли у вас полная уверенность, что ваше сердце обновлено Иисусом Христом, живым Христом, который живет в вас? И перечислите области в вашей жизни, которые вы пока еще не до конца посвятили Богу. Может быть, это взаимоотношения, может быть, это ваша карьера или финансы, не знаю. Просто подумайте о том, что в моей жизни пока еще не предано Богу, что я пытаюсь контролировать, за что держусь. Вот это основополагающие вещи. Если мы пришли к этому моменту, конечно, не решатся автоматически все проблемы, но сейчас мы с вами закладываем основу для дальнейшего путешествия, потому что без этого идти невозможно. А мы с вами будем идти дальше и будем говорить о том, как Бог преображает сердце человека. Это основание.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.